Доброе утро, Анют. Вставай. Что? Что ты опять снимаешь-то? У нас сегодня челлендж. Ты что, забыла? Что это? Что? Что у меня на ногтях? Это твой челлендж. Ты что, мне во сне налепил эти ногти? Да, у тебя сегодня 24 часа с длинными ногтями. Ого, какой кошмар, ты посмотри на эту длину. Это же вообще неудобно, я даже башку почесать не могу. Давай, все, вставай, быстрее. Ну чё, как? Как открыть ручку в ванной? Представляете, мне сейчас зазвонил телефон, и я выронила трубку, не успела даже ее взять. Ладно, на самом деле я сюда шла для того, чтобы почистить зубы. Как взять эту щетку? Щетка уже у меня в руках. Теперь зубная паста. Упирается. Почему? Не могу никак достать. Теперь надо, видимо, раскрутить этот колпачок. Нет, нет, не падай. Что, сложно? Держу. Получилось. Только как теперь я буду чистить-то? Ну что, как? Очень неудобно. Слушай, ты неплохо справляешься. Упс, главное, глаза не выколоть. Вся вода убежала уже. Это было самое сложное чистение зубов в моей жизни. Фух, это было очень непросто. Я забыла же с вами поздороваться. Всем привет! Я Аня, и ты на Double Bubble. Вот это у тебя когти. Да, посмотри на них. Они, наверное, 10 сантиметров длиной. На линейку померь. Точно, почти десятка. Таких длинных ногтей у меня еще никогда не было. Так, надо накраситься. Мне же сегодня целый день сниматься. Нужно выглядеть хорошо. Сначала нужен ровный тон кожи. Пустой чехол. Иди сюда. Теперь эту коробочку надо как-то открыть. О, получилось. Наконец-то. Теперь осталось самое легкое. Всего лишь нанести пудру на лицо. Да, самое легкое. Ить. Хоть что-то наберется у меня там. Давай, подушечка, не подведи меня. Пытался ее взять. Опять она упала. Вот так вот. И теперь прямо личко вот так. Хоть что-то дамажется? Да, аккуратней, глаз не проколи себе. Эти ногти слишком близко к моему лицу. Блин, очень тяжело. А ведь некоторые же ходят с такими ногтями и специально их такой длины наращивают. Пудру нанесла. Попробуем накрасить глаза. Эти тоненькие тюбики, они самые неудобные. И теперь надо максимально осторожно. Кстати, удивительно, но глаза, казалось, накрасить легче всего. Теперь брови. Я почти выпустила. Так. Открыла. Это уже победа. Самое сложное не напороться на эти ногти. Потому что они вот в щеку прям сразу колят. Ладно, кое-как накрасилась. Осталось привести в порядок маникюр. Я обычно делаю маникюр разноцветный, чтобы несколько цветов было сразу на ногтях. Не знаю, получится у меня сегодня что-нибудь или нет. Начнем, пожалуй, с розового. Что-то мне открывается. О, открылся. Фух, хотя бы один лак у меня уже есть. Теперь нужно сообразить, как эти длиннющие ногти накрасить и не смазать. Я просто не представляю, сколько лака мне сейчас понадобится, чтобы это все закрасить. А что, выглядит неплохо. Один ноготь из 10. Это победа. Фух, я наконец-то справилась. Главное, чтобы это художество сейчас не смазалось. Саш, я, кажется, проголодалась. Ну, чё ждёшь? Иди готовь на кухню. Как я буду это готовить? Может, ты мне поможешь всё-таки? Нет, Аня, это челлендж, 24 часа. Иди готовь. Ладно.
Обычно на завтрак я кушаю яичницу, поэтому мне сейчас предстоит очень сложный квест. Где тут были яички? Главное сейчас целую пачку не уронить. Несу. Раз откройся, это же самое простое. Как взять яйцо? Не получается. Сейчас они как у меня все покатятся. Так, одно я, кажется, вытащила. Наливаем немножечко масла и разбиваем яйцо. Кстати, можно сделать это прямо ногтем. Ладно, шучу, мне кажется, понадобится нож. Вот, и теперь нужно так разбить, чтобы не разбился желток. Все развалилось, я так и знала. Сашка, давай спасай скорлупу. Вот, смотри, как удобно брать. У меня желток расквасился. Что это за яичница, блин? Зато реально скорлупу собирать ногтями очень удобно. Оп, захват. И в мусорку. Берем лопатку. О, посмотрите-ка, вполне себе сносная яичинка. Попробуем ее посолить. Я же не добавляла соль, когда готовила. Что-то мне подсказывает, что проще будет есть ногтями, чем вилкой и ножом. Но я все-таки попробую покушать как человек. Хотя на человека я сегодня вообще не смакиваю. Теперь убираем ногти. Что надо? Вилка, ногти, все вообще перемешалось. Главное свой ноготь не откусить. Какое же утро без кофе? Я же до сих пор не могу проснуться. Главное не промахнуться, а то убирать тряпкой я вообще ничего не смогу. Ты чешо? Как тебя повернуть-то? Давай! И обязательно молочко. Пенку я просто обожаю. Давай же, поддавайся! Смотрите, какая классная пенка получилась! Шикарно получилось! Ну, правда, сегодня я на это потратила полчаса. Но я слишком люблю кофе, чтобы от него утром отказаться. Особенно с такой шикарной молочной пенкой. Все, Саш, выключи, пожалуйста, камеру. Мне кое-куда надо. Ничего, зачем? Я не буду ничего выключать. Иди так. Ты все, выключай камеру. Саш, что-то не снимается. Я тебе ничем не могу помочь. Помоги! Нет, сама давай, снимай. Да быстрее, говорю, помоги. Давай, у тебя челлендж, Ань, ты прикалываешься? Ладно. Как нажать эту кнопку теперь? Победа! Ну что, как удобно руки мыть? Это просто отвратительно. Я себя чувствую Эдвардом руки-ножницы. Ух, сейчас только утро, а я уже вся запыхалась. С этими ногтями любая маленькая задачка превращается просто в эпопею. Пока была в туалете, поняла, что сегодня мне очень хочется сделать слайм. Но пены для бритья не оказалось, а хочется сделать именно с ней. Ладно, ничего, сейчас попробую заказать. Хотя заказ сделать с такими ногтями будет сложновато. Как тут набирать? Давай, пена. Вот для чего нужен Т9, когда не попадаешь по кнопкам. Бритья, перейти. Слава богу, у меня открылись эти сайты все. Да, любая. Вот это подойдет. Пуф, у меня, если честно, устали уже пальцы быть постоянно в напряжении. Но я все заказала, курьер сейчас должен приехать. Эй, подождите, только не бросайте трубку, это же не так легко. Подождите, что? Нет. Я пропустила звонок от курьера. И что мне теперь делать? Сейчас я ему перезвоню. Алло, да, я поняла, что вы курьер. В смысле уже не приедете? Как трубку надо было брать? Да 2 минуты же прошло.
Ай! Что? Еще и трубку бросил? А-а-а! Бесит меня эти ногти уже! Так, надо просто успокоиться и пойти за пеной в магазин. Платье я кое-как нацепила. Осталось одеть обувь. Понятия не имею, как я сейчас буду завязывать шнурки. Нога вообще не влезает. А вот тут никак не помочь. Язычок. Помогу ногой. Фух. Yes! Теперь осталось завязать шнурок. Это будет, скорее всего, мучением. Так, затянула. Я уже перепутала, где мои руки, а где ногти. Узелочек есть, а бабочку как завязать? Так, короче, просто запихну шнурки в ботинок. Фух, не прошло и года, я все запыхалась. Вызываем лифт. С этим у меня хотя бы уже трудностей нету. Интересно, как сейчас в магазине будут реагировать на меня люди? Я стесняюсь такими когтями из машины выходить. Человек ноготь в деле. Идем в магазин. Его дергивается. Почему у меня здесь сегодня квест? Кстати, получилось. Ищем ряд с косметикой. Гели для душа, гели для душа. А, вот, вот какую брать. Возьму самую дешевую. Хорошо, что я не свалила весь прилавок. Пена найдена. Но коль уж я в магазине, нужно взять каких-нибудь сладостей. Вы не поверите, народ весь оборачивает, смотрит на мои ногти. Это очень странное ощущение. Вот он, какой тут самый вкусный, вот этот с белыми штучками. Ну, как всегда, все повалилось. Главное второй раз его не выпустить. Тяжело тебе. Эти ногти, они проваливаются в сеточку от корзинки. Хорошо, что у меня не целая корзина. Раз мы сегодня в торговом центре, нужно обязательно перекусить. Идем фастфуд кушать. Кажется, наш заказ уже почти готов. А я уже неплохо приноровилась. Главное, ничего сейчас не уронить. Каждая еда здесь в обертках. Ладно, еще наггетсы открыть. Но вот соус, как я сейчас буду открывать. Вот и хитренькая. Ноготки достаточно острые, очень удобно. Смотри, какая удобная конструкция. Как будто китайскими палочками суши ешь. Ну а теперь самое сложное, развернуть большую толстую булку. Да нет, ты неплохо справляешься. Я просто уже натренировалась. Сколько часов я уже в этих ногтях? Блин, все настолько дольше приходится делать. Я победила эту упаковку! Да вам всем очень интересно, кто у нас будет, мальчик или девочка. Поэтому, если хочешь узнать первым, обязательно подписывайся на мой канал. В следующем видео, обещаю, я все расскажу. А мы пока идем выбирать малышу одежду. Посмотрите на эту малюсенькую одежку. Какая она красивая. Божечки, что это за размер? Вот такой малыш там внутри. Возьму такой маленький комбезик. И Мишаськины ушки. Какая кофточка. Их даже тут две в комплекте. Смотри, Саш, как удобно. Вообще огонь. Все, я набрала себе одежды. Неужели у них такие будут маленькие ножки? Я точно знаю, что малышу нужны будут царапки. Посмотрите, дайте им рукавички. Кстати, давайте узнаем, кто у нас будет, мальчик или девочка. Как вы думаете? Голосуйте в комментах. Все, думаю, на сегодня покупок хватит. У меня не получается отстегнуться. И ручку никак не открыть дверную. Саш, подожди, куда ты ушел? Меня открой, где ты? Фух, еле выбралась. Эти ногти, как же с ними все-таки непросто. Неплохая была прогулочка по ТЦшке. Ну а я хотела делать слайм. Посмотрим, как это у меня получится с такими длиннющими ногтями. Сначала наливаем прозрачный клей. И я выбрала вот такую краску для него. Открывать банки это самое сложное. Блин, вообще неудобно. Буду делать прямо ногтями. А чё, так гораздо удобней. И замешивать вообще кайфно. Хорошо бы, чтобы у меня сейчас ногти не отвалились.
Пусть мой слаймик пахнет вкусняшкой. Возьму ароматизатор. Какими-то пирожками пахнет, здорово. И самый главный ингредиент – это пена для бритья. Как следует стряхнуть. Теперь я все это буду мешать. Как это приятно! Такому способу замешивания однозначно ставлю лайк. Очень удобно. Добавляем пару капель загустителя. Сейчас будет очень сильно все слипаться. Надеюсь, весь слайм не останется у меня на ногтях. Когда он уже загустел, не так-то просто становится его размешать. Попробую достать и перемешать руками. Как круто тянется! Правда, половина слайма остается на моих ногтях, но все же большая часть очень классная. Нужно как следует его помочить в ногтях. Но на самом деле не очень удобно его размешивать. Вот такой яркий тянущийся слайм у меня получился. Довольно-таки неплохо для таких длинных ногтей. Я, если честно, думала, у меня даже не получится его размешать. Но ничего, я справилась. Теперь бы мне отмыть краску и пену с ногтей. На самом деле я очень долго мыла эти ногти, минут 20, наверное, потратила. И не вся краска даже сошла. К сожалению, это не самый практичный способ замешивания слайма. Ребята, ну как вам сегодняшний челлендж? Скажу честно, это было нереально сложно. Такие привычные вещи очень сложно сделать с такими длинными ногтями. Вы просто себе не представляете. Надеюсь, вам понравилось. Пишите об этом в комментах. Всех обнимаю и люблю. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и выбирай, какое видео посмотришь следующим.